знаете, вообще обучают летчиков для того, чтобы они готовы были выполнить любой приказ собственного командования. Если в этом случае будет задача воевать в армянском небе, они будут воевать в армянском. В иранском – в иранском. Если их отправят на международные какие-то миссии, они полетят на международные миссии. Вопрос заключается в другом, на каком вооружении они учатся. Если они в этом случае покупают американские самолеты, безусловно, они будут так или иначе, ну, ориентироваться на те задачи, которые в том числе и ставят США. Азербайджан давно перешел на сотрудничество с НАТО. Основной их, как бы сказать, военный партнер Турция. Турция – член НАТО. Сама Турция имеет авиацию, но как бы обучать она может не так хорошо, как американцы. Потому что авиационный парк в Турции американский, соответственно. Если сейчас Азербайджан хочет закупать американскую авиатехнику, то в этом случае, конечно, придется обучаться в США. Не враждебная Россия сотрудничество, что я могу сказать. Где угодно это может произойти, где нужно применить будут эти вооруженные силы. Скорее всего, конечно, это речь о подготовке к противоборьбе с Ираном и с Арменией.